Давайте подальше отойдем. Двойной заряд аж целый. Ну да, неплохая штука, наверное. Молот Евы, отсек F. Мы совершили ошибку на плане палубы, отсек F кажется крохотной прачечной. Мы пытались найти его, когда прочесывали подлодку, после того, как ты захватил ее, но не заметили входную дверь. У нас когда-то была куча других хлопот, поэтому мы искали ее не слишком внимательно. Но теперь я вновь изучила схему, обнаружила ссылку на совсем другой документ. Инженерную карту отсека F. Я освобожусь с тобой, как только ее найду. Встаем. Точно, точно, надо не забывать, что снизу такие могут быть вещички, которые надо разбивать под ногами. Так, куда мне идти? Все так запутано. По каким-то коридорам лазим. На самом деле можно было бы уже и нормальную пушку взять. Ну, скажем, один автомат и один... все по нулям. Ничего нету. Все патроны растратил. Ну, сейчас что-нибудь насобираем, 100%. Ух ты, блин. А, дневник солдата Мюллера какой-то есть. Давайте пролистаем и потом прочтем. Всем, кому интересно, кто не хочет, тот не хочет. Кто захочет, может почитать. Спокойно, братишка. Офицер Фишер сказал, что подлодка вот-вот всплывет. У террористов нет выбора. Они тоже хотят жить. Офицер Фишер, откуда вы? Нет. Через сколько-то месяцев? Короче. Ты мне достал, может... Это матросы вообще без брони, без всего. Достали. С обычным пистолетиком походим. Ничего страшного не случится. Как быстро нас всего лишили. У нас только всего было вообще. Ходили полные. Но нам просто дали прочувствовать сполна весь экшон. Попользоваться всякими здоровыми пушками даже. Почувствовать мощных врагов в броне. А сейчас начинается просто типичное уже начало. Враги легкие, без брони, без всего. Ну и у нас только пистолетик. Да, автомат. Самый типичный. Поиски не прекращать, говорят, меня ищут. Я с топором буду рубать. Чё, почему бы нет? Патроны сэкономим зато. Так, 50 здоровья, все полное, значит. Какой-то баллон, который можно взорвать наверняка. Ну точно, все заработало. Уильям, я нашла инженерную карту. Балластная цистерна, склад ядерных боеголовок. О боже. Отсек F вытянут вдоль всего корпуса подлодки, она самая крупная в мире, так что он поистине гигантский. Судя по огромному объему, часть отсека наверняка служит главной баллистической цистерной. Будь осторожен, Уильям, мы не знаем, сколько нацистов там спряталось. Я все понял. Поднимай меня, штука. Спасибо. Ух ты. Что посмотреть, в смысле? Что-то сейчас только что было. Где что смотреть? Дневник солдата Бельца какой-то очередной. Хорошо. Если что, потом прочтем. Надо не забывать сохраняться, конечно. Потому что здесь на каждом шагу могут тебя завалить. Тяжелые враги встречаются. Где, что за звуки? Если там кто-то был, я думаю, что... Ой, блин. Что-то, по-моему, я зря это сделал. Взорвал. Тут все затапливать начинает. Не, ну какой-то мужик мертвый валяется, не знаю, это я его замочил таким образом или нет. Но все равно, в любом случае. Спецэффекты не помешают. Побольше экшена. Ух ты, блин, а? Да что происходит на этом корабле? Все валится вообще. Что, неладно, вообще идешь себе, падаешь на каждом, куда не шагнешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, может быть, оружие сменить? Я же там какие-то патроны-то брал. Давайте, наверное, возьмем автоматик 1 и автоматик 2. А что, нельзя в две руки разве брать? Я же брал. Получалось как-то. Странно. Да ладно, короче, потом все. Потом все научусь сделать. Ну,
Я же в этой, в броне в тяжеленной. Я и думаю, что это меня сразу на дно-то повалило. А как выплывать, интересно, наверх-то теперь-то? Чтобы сюда выплыть на лестницу. А нет, может быть все-таки. Я думал, он сразу камнем, потому что вниз пошел. Я думал, это все. Фиаско. Уильям, нацисты сидят там безвылазно с тех пор, как ты захватил подлодку, то есть 5 месяцев. Ими явно движет голод и отчаяние. Береги себя, милый. Да, я их уже вижу. Интересно, что у нас внизу есть? Можно пойти поверху, а можно здесь. Хоть там, хоть там. А, в принципе, без разницы. Мы можем со спины всех порубать, которые тут стоят. Давайте этого со спины рубанем. Ох, как это жестко. Тревога. Шикарно. Вот это мне нравится. Вот это уже повеселее. Ну, ух ты, блин. А вот этот-то в броне. Этот-то непростой пришел. Как те. Этот уже в каске там какой-то. Максимум пистолет патронов. Как может быть максимум? Я же пользовался ими. Так, зато они теперь будут безвылазно, наверное, сюда идти каждый раз. Ты че, сволочь какая? Ох ты, блин, все взрывается. Офицер, это из-за него броня. О, этот идет, тревога. Так, где он сзади? О, о, иди сюда. Какой-то кот. Очередной. Это полезная информация, походу. Да, точно, только его убили, сразу тревога закончилась. Моментально. 129 здоровья. Вот это круто, вот это я понимаю. Это по-нашему. Да вот сдохни ты уже наконец, что ты бессмертный-то, а? Урод. Ох ты, блин. Вот это неприятно сейчас было, конечно, в какой-то момент патроны закончились. Уильям, я узнал кое-что о складе ядерных боеголовок отсека F. Судя по инженерной карте, счет боеголовок идет уже на десятки. Будем надеяться, нацисты не нахимичили с ними. Будем надеяться. Одна надежда только и остается. Так, все пособирали, все, что есть, все хорошо. Так, тут, кстати, много... Ух ты! Аптечек сколько, на 118 аж. Опять с офицера собрали что-то нужное. Ну что, давайте вниз тогда, самую основную. Вон там что-то неизведанная какая-то область, походу мне сюда куда-то нужно сходить. Что за звуки? Каролайн. Мне долго не протянуть. Weeks, пару недель максимум. С твоей помощью. Так, а мне сюда точно надо было, нет? Интересно. Что это за местечко такое? На лестницу, наверное. Ну да, точно, скорее всего, все правильно пришел. Ну да, поискал я это место, конечно. Долго там побродил, поискал. Туда-сюда, влево-вправо. Не знаю, куда двигаться. Обнаружен сигнал. Он меня заметил. Я прям как видел, как он на меня глянул. Ох, по трубам пошел зачем-то. Надо было сразу напрямую идти, валить его и все. Вот они ходят снизу. Сейчас выберемся прям. Под ними. Да давай залезай уже. О, не залезает вообще ни в какую, не хочет цепляться. Очень странно. Я думал, он автоматически все это будет делать. Он же умеет цепляться. Давайте его завалим. Начинается тревога. Ух ты! Тут зато броня у нас есть. Припрятанная. Так, готов. Еще один готов. Кто там при смерти стреляет, еще умудряется. Падает уже вроде бы. И все равно стреляет. До конца воюет. Преданный своему делу.
Ух ты, сколько всего. Это очень полезно. Еще здоровья куча вообще. Максимум патронов уже. Так, ну ладно, я сюда приперся. Что теперь дальше-то? Куда идти? Что делать здесь? Кого мочить? Кого убивать? Я около нацистской рубки. Надо попасть внутрь. Так, ее надо этим прорубить. У меня же есть как он там. Ух ты, блин. Неплохо. Ты что, не умер, что ли? Тут рядом с тобой баллон взорвался, самый настоящий. Как он выжил? Все, понабрали всего, что только можно. Так, и здесь у нас все и приключится, походу, в завершение. Ё-моё, не подобраться, не подойти, не подъехать. Давайте взорвем. Спасибо, Уильям. А у Смеса скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку, бомбата тебя оттуда выпустит. Покинут отсек F. Постараемся. Ух ты, блин, а. Я тоже так умею. Закидали все гранатами, все, что можно. Все взрывается, все бахает. О, за пушку садится. Нельзя им допустить этого сделать. Пушка должна быть моей. О, сколько всего зато, а. Ой-ой-ой-ой-ой, сзади кто-то подкрался, по-моему. Или мне показалось? Нет, не показалось. Там реально кто-то был, по-моему. Вон она, ходячая тревога. Ну все, офицер, закончен. Ух ты, блин. Офицер офицером, а все равно кто-то живой еще сидит. Сволочь. Со спины хотел меня. Все? Вроде все. Так, я код какой-то не собирал. Его надо тоже собирать. Энигмы. Так, что-то еще вижу. Лежит полезное. Здоровье, 79. Вот это хорошо. Хотя, с другой стороны, я сейчас, наверное, уже на выход пру. Что прям подсказывает мне уже. 2 топора есть всего лишь. Кстати, снизу аптечка лежала, возможно, надо было взять. Может быть, это еще не последние нацисты. А, нет, все, мы уже вышли там, где мы и заходили. Самые трубы, по-моему. Только сверху. Ну да, точно, сюда же и вернулись. Прачка. Теперь можно уходить. Зачистка прошла удачно. Молодец, Бласковец. Идем. Все уже собрались. Вот так. Вся жизнь. Все знания, чувства, все, через что пришлось пройти, все сгинуло за секунду. Как вода. Будто и не было вовсе. Hey.
Эй, да? Входи, капитан. Ты пропустил похороны, Уайт. Я просто... Нервы сдали, ясно? Я не смог. Каролайн была для меня дороже всех на этой чертовой лодке. И вот теперь все ждут, что я займу ее место. Ну да. Ты глянь на меня, я даже наушники надеть не могу. Слушай, я даже завалил офицерские курсы в Гаварде. Я знаю, что положил их где-то здесь. Но где, черт возьми? И когда уже прекратится этот звон? Не сдавайся, Уайт. Это неправильно. Я не дурак, капитан. Я видел твой взгляд, когда фрау Энгель взяла тебя в плен. Все пламя погасло. Ты сейчас на автопилоте, пока не врежешься в стену. Что не так, капитан? О, слава богу. Забрал кое-какие вещи Джея из... старого укрытия в Берлине. Старые пластинки и все такое. Просто на память. Этот парень просто классно играл, да? Да. Любил, что погромче. Я пошел, Уайт. Давай, Кэп. Эй, капитан. Сходил бы ты к Сету. Он ждет тебя на осмотр. Или типа того. Проверить тебя. Он у себя в мастерской. Сет. Он знает, и я знаю. Меня уже не вылечить. Когда мне грустно, я обычно слушаю музыку. Любите музыку, Герб Ласковец? Не-не-не-не-не-не. Что это же за тварь? Это не тварь, Шиман, это не тварь. Это туловище беличьей обезьяны и голова моей любимой сиамской кошки Шошаны. Глянь на нее, Шиман, тебе не обидит, он хороший Энгель. Я нашел Шошану в редком отсеке подлодки. Она охотилась на крыс. Через несколько месяцев, когда она умерла от рака желудка, я увидел в Белизе практически безмозглую обезьяну, жевавшую детонатор. Сделай одолжение, Бласковец, опусти топор. А то я как-то нервничаю, это не просто мой любимый питомец, это, скорее всего, мое самое главное научное достижение в жизни. Да, ты у нас главное. Голодная? Съешь рыбки, видишь ли. Чтобы провести межидвидную трансцирацию головы, нужно А. Совместить спинные хребты, она в порядке. Б. Свести две трудносовместимых биосистемы, дыхательную и кровеносную, ну и так, я понял. Давай теперь без этой тарабарщины. А что это я? Какая старая качка? Как тебе был такой дрянь, прости? Посмотрим. Может дать тебе снотворное, Энгели? Нет. Нет. Лучше найди мне дело. А тебе нужна отдушина, понимаю тебя, понимаю. Все люди горюют по-разному, но... Я нашел тебе идеальную отдушину, Энгели. Пару дней назад Аня попросила меня соорудить тир для бойцов на борту. Он почти готов, но эксперимента ради я сделал мишень из старого немецкого беспилотника, как вдруг это фактори машина, как Гитлер напала на меня. Короче, пришлось ее запереть. Будь другом, сходи и уничтожь беспилотник. И заодно опробуешь мой тир и поделишься впечатлениями. Потом приходи и расскажешь, что думаешь. Ступай, Энгели. Хорошо, я посмотрю. Ну что ж, я буду признателен. Обезвредить беспилотник? Да серьезно, что ли? На записи Кэролайн. Можно будет их почитать, полистать, посмотреть. Ясненько, ну хорошо, пойдемте. Так, где он находится? Так, подождите, что здесь у нас мигает? Еще что-то лежит. Ух ты, карта. Джей, что посмотреть карту? Отлично. У нас карта местности есть. А, ну это где-то в соседнем коридоре, прям не отсюда. То есть можно вот так вот выйти, да? Прямо и направо.
Куда-то туда. Дневник Сета имеется у нас. Можно тоже прочесть. Вот сюда, что ли? Ну, давайте сходим. Почему бы нет? Ох ты, блин, вот он. Ничего себе, он быстро летает. Ох, ой, чтоб я за тобой побегал, да? Хорошо, побегаем. Засранец такой. Максим патронов, ладно. Да. А, в конце-то концов присядь-то уже. Обнаружился. Все. Сета нужно было осторожнее с опытами. Нужно быть осторожней. А это что, почему его можно уничтожить? А, это мишень? Ясненько. Это типа тира такого. По собакам будем шмалять. Серьезно? Я должен туда задачу-то проходить, что ли? То есть, стоя на месте? Да не, интересно. Ладно, мне надо задачу выполнять. Так. Ну, наши знакомые все тут сидят. Патронов излишки, вообще куча патронов. Интересно, откуда они на самом деле берутся? Шишман, ты вернулся. Как тебе мой тир? Неплохо. А, Ингели, отлично. Ты у нас молодцом. Гербласковец. Ваша леди Аня приходила сюда и искала вас. Ого, точно, да. Аня зашла. Нашла заметки Кэролайн на ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Она сейчас в комнате Кэролайн. Заметки о сопротивлении в Нью-Йорке? Слышали группу Диэкафр? Что-то? Ладно, пускай они там освоим. Так, с ним мы общались уже. Аня, у нас где вообще сидит? Я думаю, они тут где-то. Когда, как Ирина, когда принимаю таблетки, она просто страшно болит. Станбис, а что будет, когда вы не принимаете таблетки? Тогда у меня начинаются психоз и паранойя. Друзья превращаются во врагов, и я могу серьезно навредить себе и окружающим. Я могу часами напролет нести абсолютный бред. Я напрочь забываю про голод, жажду, сон. Я даже могу забыть, что мне нужно справлять нужду. У меня начинают стучать зубы, да так, что я могу случайно прикусить язык. В общем, в такие моменты я бываю не в себе. Да, Стабинс, именно поэтому тебе нужно пить таблетки, невзирая на головную боль. Я заставляю тебя их пить, даже если придется попросить капитана Бласковица найти тебя и оглушить. Я буду следить за тобой, ладно? Вы просто ангел небесный, Ирина. А мы тут в качестве вышибалы такие. Это тут что-то чинит. Ты выглядишь как после того, как череп резанул мне ножом по лобным долям. Я прям сейчас на нее смотрю, она как будто бы в этой палубе. Здесь... А, ну точно, вот она. Привет. Ой, что-то плачет. О, Уильям. Здесь до сих пор ее запах. Я нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Я знаю их точный адрес. Скажешь про это Уайту? Я просила его что-нибудь сделать, но он заперся в своей комнате. Нужно собраться и подумать о дальнейших действиях. Мы скоро прибудем в Нью-Йорк. Ну хорошо, теперь опять бежать кому-то, да, что-то докладывать. Туда-сюда ходим. Дневник Кэролайн, вот он. Ну, давайте его пролистаем, потом прочтем. Про операцию Парижа. Как ей сказать, что я скоро отправлюсь к тебе, Кэролайн? Зачем ей смотреть, как я угасаю? Может, она уже знает? Но не подает вида, как я. Мы с таким намерением, что скоро помрем уже. С таким настроем прям. Покинуть уровень прям. Круто.
Вот, блин, твою ж мать. Ты что, Кэп? Я изучила заметки Кэролайн. Нью-Йоркские бойцы сопротивления прячутся в верхних этажах Стейн Билдинг. Сет? Да. Как я понимаю, на твоей высоте радиация на терпимом уровне. Да, ясно. Однако просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолеты собьют. Мы можем выйти на связь? Сообщить, что летим? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но так и не нашла. Значит, дойдем пешком и поднимемся. Познакомимся сразу лично. Пешком. Весь город загрязнен радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды. Мы получим там смертельную дозу. Вот. Посмотрите. Это броня. Она защищает от любого излучения. Значит, ты пойдешь в одиночку, Кэп. Хоть посмотрю большое яблоко. Бомба-то, ты ведь его подбросишь? Легко. Да, босс. Могу я вам помочь? 5 градусов по левому борту, ОНД прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк. Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю, я из Техаса. Господи боже. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч.